Давай зайдем, лишь бы консьержки не было. Конца есть. Лифты те же самые. Я начал с пассажирского, потому что он на первом этаже. Я уже уехал. Я не могу нажимать сюда. Вдруг опять остановит. Еще не застрять. Блин, а то... Уже уехал. Что такое-то? До свидания. Я вас тут лифт вас. Все. А то я чуть блин. Все. 12-й этаж. Ой. Темно что-то. Блин. Твою мать. Ребят, тут темно, в общем, поэтому сейчас. Молча. И здесь балкон. Я не знаю, что это видно. Я не пойду тогда, знаете что? Я тогда на один спущусь. Все, давайте еще раз. Так, ну все, мы опять. Я просто вспышку включал, чтобы это. А то видите, что просто это. Темно было, я тоже не думал, что там темнота. Вот наш домик. Площадь Куйбышева. Опять вон отельчик Лотте. Опять там вот в домате. Ну и там подальше еще другие всякие домики. Ладно, пойдемте. Потому что на 12-й я не знаю как вот. Не, я хочу просто грузопас поймать. Вот, смотрите, как вообще тут по-другому все. Чё я... На 11 спустимся, может, там не будет так темно. Давайте проверим. Намного ниже. Там, мне кажется, тоже темно. Да? Давайте проверим. Опять темнота. Опять... А, тут автоматическое освещение. Найс. Я не думала, что здесь автоматическое. А, здесь... Что? Так, думаю, это... Тут есть минус первый. О, зеркало. Пошло уже. Не, я думаю, не знаю, интересно, сколько это пассажиров? Тут, по-моему, где-то 8 или 1000. Ну, электрический. Первый этаж. Все,
давай. До свидания. А, Ната, ты что, ключ не оставил? Ну, извини, что приехала. В каком почтовом? Я там была. В каком? Нету ключа. У тебя в кармане, наверное. Надо ключ. Ну, вы, я говорила, я уже успею. Человек, она, я уже какой раз в день могу указание снять. Ты на площади Ревашки. Всем пока.